Пик половодья в Башкортостане прогнозируется на третью декаду апреля. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил председатель Госкомитета региона по ЧС Фарид Гумеров. Отмечу, что за прошедшие сутки уровень воды в Белой, в Уфе вырос на 42 сантиметра, в Уфимке на 9 сантиметров, в реке Дема на 11. За ситуацией на реках спасатели наблюдают в круглосуточном режиме с помощью автоматизированных гидропостов и беспилотников. Отмечу, что в республике к паводкам подготовили 12 500 человек личного состава МЧС и специальных служб в районах и 3000 единиц спецтехники. Вчера начата авиаразведка затора опасных участков, в том числе с использованием вертолета, который был передан Государственному комитету в пятницу. Провели два облета рек Белая, Нугуш, Дема, Уршак и Инзер. По итогам авиаразведки на вертолете установлено, что на обследованных реках в основном идет ледоход или русло уже очистилось. На прошлой неделе паводок затопил 45 частных домов и 90 приусадебных участков в селе Габдюково Белорецкого района. В результате эвакуировали более 100 человек. Также стало известно о закрытии сегодня южного объезда села Иглино из-за подтопления.